Вот танго 1916 года. После этого стихотворения вот это прямо вот в пандан должно идти. Тем более в первом отделении было танго, ну и сейчас во втором до равновесия. Мы в шелесте, это она, что? Мы в шелесте потешной мишуры. Сегодня гвоздь меню бургундский трюфель. Ты соткана из утренней хандры, от складки рта до востроносых туфель. Твои глаза вобрали горечь звезд, впитали цвет соленого пространства. В стихах твоих спокоен я и прост, в стихах моих ты счастлива и страстна. Не хочешь мне признаться ты, но он тебе идет. Наш 916-й невыносимый год, наш 916-й невыносимый год. К чему ты клонишь, выскочка скворец? Пусти меня моей дорогой стылой, но скачет сердце, словно жеребец, с кровоточащей отворенной жилой. Тебя ищу я в сумраке сыром, бреду одна тропою незнакомой. В стихах твоих я спичка над костром, в стихах моих ты искра над соломой. Похож на светотанца ты, но что ни говори, нам 916-й готовит алтари, нам 916-й готовит алтари. Где женщины распутней и безбожней, привез я деревянного башка и черный гребень кости носорожьей. Давай сбежим от сплина и простуд, в грядущем нашем вижу я утраты, меня поста постелем разберут. Тебя, коль разберут, то на цитаты, грозящий смертным выстрелом нам с четырех сторон. В обойме века выставлен 16-й патрон, в обойме века выставлен 16-й патрон. О нет, не стану оставлять следа. Я на камнях чужих, и слава Богу, лесная птица ведает, когда я выйду на последнюю дорогу. Не нам идти читою по земле, крута тропа, крута и одинока, а ты до срока пропадешь во мгле. И обречешь искать тебя без срока. Давай же этим вечером напьемся на виду, судьба назначит встречу нам в 17-м году. Давай же этим вечером напьемся на виду, судьба назначит встречу нам в 17-м году. Это вроде бы посвящено, да, Гумилёву и Ахматове, а ну вроде бы и нет. Но мы не будем утверждать категорично.